Он тебе вчера не перезвонил, потому что не хотел, не хотел. Он говорит, что ездил по делам. Да по делам, но не по тем, не по тем. И ты простила его, как обычно опять, по своей доброте, дурате. А он сегодня любил какую-то б***ь, и ты не знаешь, что делать теперь. Не будь дурой, я серьезно, ты же скоро все поймешь. Почитай литературы, таких как он много еще найдешь. Не будь дурой, не будь дурой, не будь дурой, не будь дурой. Милая моя, он выбрал тебя, потому что ты скромна, ты не предашь. Может, пару и возил раз на моря, только все растет не в твою пользу стаж. Милая, беги скорее от него и наплевать на его сзади ах. Ты сама же знаешь, что он неплохой, просто с ним никак. Не будь дурой, я серьезно, ты же скоро все поймешь. Почитай литературы, таких как он много еще найдешь. Не будь дурой, не будь дурой, не будь дурой, не будь дурой, не будь дурой. Я серьезно, ты же скоро все поймешь. Почитай литературы, таких как он много. Не будь.